Лечебницы региона идут на поправку вместе с положительной динамикой по коронавирусу. Гинекологическое отделение в больнице имени Семашко возобновило плановый прием. Доступны все 45 коек, 38 из них уже заняты. Напомним, что недавно работу в обычном режиме начал также хирургический корпус. Ранее оба отделения были перепрофилированы под прием ковид-больных. Теперь такая потребность отпала. На данный момент в Ярославской области коронавирус лечат в 11 медучреждениях. Под это зарезервировано 728 коек. Несмотря на улучшение ситуации, навещать больных в профильных отделениях пока нельзя. Конечно же, термометрия обязательно, пульсоксиметрия обязательно в приемном покое. То есть, если какое-то подозрение у нас есть, мы делаем рентген. У нас такая возможность есть в здании напротив, в хирургическом корпусе. Если там подозрение на пневмонию, у нас есть ковидное отделение гинекологическое, мы переправляли туда.